Всем привет, леди и джентльмены. Решил записать именно для элитного канала видос о том, как я, собственно, делаю превьюшки. Возможно, что кому-то будет интересно. Так что погнали, чуваки. Сегодня делаю, значит, превьюшку для нового видоса. Вот. И, собственно, как раз буду показывать, как это все делать. Но для начала я обычно... вот в Sony Vegas, блять, как же все тормозит, пиздец, просто все тормозит. В Sony Vegas, значит, берем и ищем какой-то кадр, самый нормальный, который можно взять в качестве превьюшки, да. Еще бы это все не лагало вот так безбожно, тогда было бы по фэншую. Ну ладно, я, пожалуй, остановлю запись, возьму это, сделаю, а потом уже будет работать с готовой картинкой, потому что пиздец из-за обрезки. Или хотя, может быть, если вот так сделаю, блять, давай, работай. Так, может быть, вот так получится сделать, ну-ка. Или не получается. Не, во, вот так нормально. Ну так, короче, заходим, собственно, в Sony Vegas. И выбираем какую-то картинку, самую нормальную, короче говоря, ну, как самую нормальную, скорее всего, первую попавшуюся, как всегда. Ну, вот, сейчас возьму да выберу, вот, например, ее, да. Ну, не знаю, эта картинка, она не очень вписывается по теме ролика, может быть и нормально. Но сейчас попробую, вот, беру ее, сохраняю. Потом выберу, если что, из этих вот картинок. Так, вот тут лаванда, да. Вот, тут, в принципе, у меня лицо довольно выразительное. Тут проблема в том, что тень, блядь. Ну ладно, хрен с ней. Ну, что-то типа того и надо, только у меня тут какое-то ебало совсем уж иронично удивленное. О, вот тут, в принципе, неплохо получилось, только тут у меня, видите, кадр. Его тут нужно раскадрировать обратно. Вот, в принципе, вот так. О, ништяк. Вот мы и выбрали, короче говоря, для превьюшки, собственно, картинку. Вот, дальше можно эту байду закрывать. И перетягиваем все, собственно, в фотошоп. Иди сюда. Так. Что дальше происходит? Итак, создаем дубликат нового слоя. Там в BS все видно, я надеюсь. Сейчас, да. Вроде бы все видно. Прекрасно. Вот. Ну и что, дальше я просто вырезаю вот эту вот всю хуйню с помощью инструмента, собственно, волшебная палочка, она же, вернее, быстрое выделение. Это не волшебная палочка, это намного лучше. Вот. Ну, по крайней мере, оно в натуре быстрое по фэншую вырезает, ну, довольно грубо, как вы видите, да? Вечно, блядь, у меня волосы с этой гитарой сливаются, сука. Ну, ничего. Создаем новый слой, скопировав на новый слой, собственно, да? Видите, что тут повырезалось все как через жопу, ну, ничего. Дальше я обычно просто тупо пробегаюсь ластиком, вот примерно вот так вот. Хоп. Хоп. Охуенно веселое занятие. Ничего, я его обрежу. Так. Ну вот, это вот медитативная такая долгая практика. Всегда бесит этим заниматься, но, к сожалению, нормальных инструментов для этого еще не придумали. Но вот как-то вот так через жопу, короче говоря, обрезаю, да. Понятно, что там часть волос даже подстрезал, еще кучу всего подстрезал, но на самом деле никто не заметит. Главное, чтобы вот не было вот этих рваных концов, потому что рваные концы говно. Вот так, сейчас получилось, что у меня какая-то неестественная башка. Нужно немножко вот так вот сделать. Вот. Ага. И вот как-то, блядь, тоже, блядь, хуйня получилась. Ну, ладно, хуй с ним. Короче говоря, сойдет и так. И так сойдет, да? Дальше что надо сделать? Во-первых, увеличим резкость, добавив резкости.
Вот. Во-вторых, цветовой баланс. Я пока не знаю, в какую сторону буду его менять, но, по крайней мере, уровни поднять немножко не помешает. Ну, вот как-то вот так. Я люблю, когда все четко и по фэншую. Итак, следующий шаг, который следует... Ой, блядь, можно, в принципе... Ладно. Надо найти какую-нибудь блядскую картинку, короче говоря, для фона. Ролик у меня будет называться... как он у меня называется? Экономия. Это философия ничтожества. Короче, ищем про экономию. Экономия. Так. Так, экономия, значит. Свинья-копилка. Интересно. Ну, в принципе, можно заюзать действительно свинью-копилку в качестве, как сказать, эффекта такого, да? Но нужно ее только взять тогда, свинья-копилка PNG. Свинья-копилка PNG. Я хочу сразу обрезанную ее взять. Вот. Какую бы выбрать, короче, свинью-копилку-то? Ну, в принципе, вот эту нормально. Вот это сойдет, мне кажется. Так, берем PNG-шную эту картинку, сохраняем. Сохраняйся ты, блядь. Вот. Но этого нам пока что мало. Этого нам мало, этого нам не хватит для того, чтобы построить, блядь, империю, короче говоря, метафизических ящериц, да? Ничего, хуй с ним. Так. Вот. Ну, куда-нибудь она пока сюда, короче, пошла. Мы ее просто сохранили, да? Что дальше? Нужен какой-нибудь абстракция, короче говоря. Какой-то фон. Вот, абстрактный фон. Сейчас подумаем, какой бы цвет. Цвет. Не знаю, может такой. О! Вот это вот цвет. Вот эти цвета мне по фэншуй, смотрите. О! Какие штуки, да. То, что надо, короче говоря, отлично. Вот это мы просто тупо копипастим. Вот. В принципе, вот это вот всю ебложопу, короче говоря, вот как-то так и вот так. Казалось бы, при чем тут свинья-копилка? Все очень просто. Смотрите, мы ее немножечко так под горизонтали вот кадрируем. Да. Потом что? Вот это вот ебложопу мы должны... контрасты. Мы должны сделать, короче говоря, это, блядь, не то. Вот, Ctrl-B, и сюда цвет, ну, наверное, давайте в желтые тона все введем, такой, типа, денежный экономный цвет про деньги, блядь. Как бы не перекраснить-то. Ну, может быть... У меня всегда это такая проблема, всегда 2 часа вот этим занимаюсь, короче говоря. Слишком красная, да? А, ну в принципе ничего, главное, что насыщенная. И сейчас мы немножко цветовым тоном тут его... О, бля, кислотень пошла. Ну вот, пускай будет так, короче говоря. Хуй знает, что из этого получится, ну ладно. Дальше что делаем? Параметр наложения. Нужно эту копилку, короче говоря, обработать. Тень накладываем вот таким вот раком, короче. Ага. То есть через вот это вот смещение, или как оно называется. Так, ну и выбираем просто обводку какую-нибудь. Сейчас я тут еще непрозрачность побольше. Цвет отстойный. Сейчас мы подберем, ну не знаю, в принципе, можно просто от противного взять какой-то противоположный цвет вот этому. Ну, блин, нет, черный, конечно, говно. Возможно, что стоит. Ну ладно, давайте вот такой синий цвет оставим, да, вот так. Ну и вот как-нибудь вот так, да? Нормально. Так, ну и, собственно, тут тоже нужно поднять немножко ей желтизны, или, не знаю, наоборот, синевы, чтобы она как-то на фоне вот этого выделялась, да? Вот. Это, кстати, спасибо Махоуну, что он меня научил, как превьюхи делать по фэншую, да? Он великий гуру фэншую, короче говоря. Вот, ну, в принципе, нормально. Вот так нормально. Вот, эта свинья, короче говоря, вот
пусть тут валяется. Вот, и как раз пришло время немножко поднять мне, наверное, синевые, как раз, да, синие, ну, немножечко так вот, чтобы просто соответствовать вот этому, просто как-то на противоположном контрфазе противоположной работать, да. Вот, тоже вклеиваем, получается, стиль слоя. Вот, и здесь, возможно, что, ну, не знаю, зеленым может ебануть. Ну, не таким вот, блядь, дерьмовым зеленым. Ну, можно фиолетовым, может быть. О, фиолетовый, кстати, неплохо сюда, по-моему, входит и выходит. Ну, ладно, вот таким вот розовым. Хуй знает, как этот правильно называется цвет розовый, да? Ну, в принципе, его нормально. Это только вот здесь как-то все. Немножко, вот. Ну и, собственно, что? Дальше. Заголовок. Экономия. Так, выделяем это все белым цветом. Да, белый цвет. Угу. Экономия, блядь. Это философия ничтожества. Вот. Посмотрите ролик, если не видели. Так, что мне делать с этими буквами? Блин. Возможно, что... Ну, допустим, вот как-то вот, блядь, сюда. Может, их ебаный в рот, как сложно это сделать. Ну, ладно. Главное, что вот с этим я более-менее точно определился. Можно прям ебануть как можно более огромным шрифтом. Вот, и дальше смотрите, основная фишка, значит, используем вот эту кисть, вот эту, выбираем какой-нибудь самый ебучий контрастный цвет, вот, я просто рисую вот такую вот хуйню, вот, теперь ее нужно вот так реверсировать, ага, вот, ништяк. Ну и, в принципе, с ней уже дальше можно любую ебложопу делать. Сейчас. И дальше чего? Берем еще одну такую же, рисуем. Сейчас. Вот такую. Блять, да, только другим цветом надо. Вот более темным. Таким же, вот, но более темным. И вот так. Оп. И все. Поехали дальше. Вот так ее, короче говоря, и делаем с ней, что хотим. Главное, чтобы вот автовыбор слоя в жопу снять эту галку. Вот. Ну и, собственно, вот, смотрите, и фэншуй пошел. Вот, и она такая, типа, надо, можно порядок поменять, будет вот так посветлее. Можно тут даже поиграться со всякими затуханиями, затыханиями, блядь. Ну, это как бы все хуйня. Я предпочитаю просто их объединить теперь, объединить слои и просто поделать вот эту ебложопу, то есть, вот, видите, можно просто цвет подобрать, возможно, что красненьким, вот, каким-то таким вот, во, смотрите, как сексуально, сексуальный цвет мы выбрали, ну и, в принципе, вот, можно его как-нибудь еще более сексуально сделать. И вот это слово экономия, да, возможно, что следует немножечко еще вот так подвыгнуть слегка дугой снизу, допустим, да, дугой снизу, нет, хуйня, допустим, во, вот как-то вот так вот мне его хочется немножечко расколбасить, вот. Блять, и что я сделал за хуйню? Многовато перерасколбасил. Расколбас произошел слишком сильный. Давайте-ка на плюс 4 сделаем все-таки, чтобы никто особо не заметил, но чтобы я сам, главное, что заметил. Во, экономия. Видите, и теперь как-то вот, вот эти вот красные, красная живопись, а это она как-то по фэншую больше стала. Так, ну и теперь тоже важная деталь. Так, копируем этот стиль слоя и вставляем сюда экономия. Вот, видите, да? Ага. И теперь вот синеньким, вот можно темно-синим немножко вот как-то так вот пиздануть.
В принципе, тем же цветом, что у этой копилки, что ему мозги. Вот и все. Вот. На 26 люблю четные цифры. Вот. Вот больше вопрос, куда пихнуть эту философию ничтожества. Может, копилку, блядь, я не знаю, под копилку как-то вставить, блядь. Сука, ебучая копилка, блядь. Ладно, пока что, может быть... Может быть, без копилки, блядь, жопу. Не знаю, куда ее девать, эту копилку ебучую. Видите, проблема в том, что тут, блядь, тогда буква «э» перекрывается. Но здесь драгоценное место для иллюстрации. Ну, в принципе, и так нормально видно. Но можно тогда, знаете, что сделать? Можно, может быть, эту букву... Может быть, я сделаю... более заметным цветом, все-таки тогда тут каким, блядь, более заметным, я не знаю, зеленым, блядь. Не, это хуйня получается, блядь, ебучая копилка. Ну, хуй с ним, короче говоря, так видно. Я надеюсь, что все увидят, что это экономия, блядь, а не что-то другое написано. А то знаете, как это бывает, кто-нибудь читает заголовок, тут, ой, тут, блядь, не видно букву «э», и они читают как «кономия». Такой идут такие, блядь, что такое «кономия»? Бля, в пизду, не будут смотреть этот видос, бля. Вот, наверное, так некоторые люди размышляют, поэтому мне приходится сидеть и ебать этим мозги, блядь. Ну, ладно, поебали немножко мозги и хватит. И, в принципе, сейчас как раз вот этим синим цветом, я думаю, ебанем вот эту вот. Вот. Вот эту вот ебложопу мы сделали, да? Возможно, эту копилку, блядь, меньше можно просто сделать, сука. Сраную, короче. Во. Шлюху эту, блядь. Мои старые фанаты поймут. Очень старые, блядь. Вообще пиздец. Старые, старее просто. Динозавров, блядь. Ну, в принципе, вот. Такая вот отсылка к свинье-копилке заодно получилась, да? Ну вот, что теперь со штифтом-то мне делать, блядь? Ёбаный в рот. Нужно интерлиньяж настроить. Вообще, надо как-то... Возможно, что можно просто без переноса... Ну, без переноса строки. Не по фэншую, блядь. Или по фэншую. Надо посмотреть. То есть, смотрите. Оп, блядь, слишком длинный заголовок. Ах ты, блядь. Ну ладно... Короче, вот так делаем, в жопу сойдет, блядь. Вот это как-то, блядь. Автовыбор, блядь, ебучий. Не работает нормально. Вот. Ну, как-то так вот. И давайте сюда вот тоже тень ебанем. Вот сюда. Блядь, давай. Давай. О! Так, ну и здесь, соответственно, обратным цветом красненьким. Вот, тут не нужно таким конским цветом, конским размером, блядь, ебашить, да? Вот, ну, в принципе, сойдет. Можно даже вот эту вот шнягу повыше чуть-чуть поставить, и, может быть, даже накопировать ее. Что-то она мне не нравится. Что-то она мне не очень нравится. Ну, ладно, можно ее немножечко вот так причесать еще. Чтобы копилочка-то не страдала слишком сильно, да? Во, и сейчас кажется, как будто насрет вот этой синевой. Вот, но тогда нужно саму копилочку... копилочку нужно тогда другим цветом сделать. Может, как раз розовым вот этим блядским. Блин. Каким бы цветом это сделать-то? Ну, не знаю. Зеленым, блядь, желтым. Черным не по фэншую, наверное, совсем уж, да? Вот. Ну, хотя хуй его знает. Может, синим, блин, мне нравится. Синим. Но только она немножко сливаться, тогда начинает, ладно, хрен с ним, короче. Вот. Ну, в принципе, нормально. Я думаю, все увидят, кому надо эту свинью, блядь. Или, может быть, ее еще больше сделать. Как-то вот, не знаю. Блять, она тогда начинает совсем уж срать, короче, мне засирать фэншуй. Она начинает, ладно, такая вот пусть будет. А сюда мы ебанем пентаграмму.
Так, где у меня набор с пентаграммами? Вот. Так, нужно, очень важно выбрать правильную пентаграмму. Так, это у нас по философии достоинства. Значит, нужно, в принципе, вот такую вот, типа, пентаграмму, типа, левый сефирот. Блядь, не, ёбаная жопа, почему что? Не удается использовать инструмент штамп, нахуй мне штамп, блядь. Не, вот пентаграмму надо. Во. Нет, она как-то по-уродски сюда встает. А вот это... О, блядь, вообще, короче, сатана. Пиздец, экономия, блядь. Во, вот это мне нравится. Так, ну и нужно теперь тут применить, собственно, стиль. Стильный такой. То есть здесь как раз можно поставить или затухание, или какой-нибудь блажопо. Во, затемнение. И теперь подбираем правильный гармоничный цвет. Допустим, вот я предпочитаю делать это довольно-таки так незаметненько. Во, блядь. Не, ну это слишком сурово. Вообще ктулху какой-то получается. О, в принципе, вот как-то вот если в красное уводить, да, ну вот как-то вот сюда. Вот сюда по фэншую. Здесь фэншуй получается. Вот, и в принципе желтый фэншуй получается. Но вот если я делаю вот так... О, вот, по-моему, я нашел тут правильную гармонию, короче говоря, правильно. Нашел. Так, и... ну и чего, и давайте... Мне все-таки не розовый, сделаем обводку, да, а все-таки таким вот цветом красным, да, чтобы по фэншую было. Ну и все. Но все-таки, ну вот, все, короче, охапка дров и оформление этого, блядь, готов, короче. Вот. Кому надо, пользуйтесь этой технологией. На этом у меня все. Подписывайтесь на основной канал, если каким-то хреном не подписаны на него. Всем пока. Слава Сатане. Пока-пока.